assim, pirata. Eu nunca nasci, Lilita, né? E se eu vou no búdio, a padajate, a boca ficou. Продолжать учить итальянский алфавит, да. Да? И у нас сегодня какая буковка? Э. Э. Всем привет, ребята! И так продолжаем учить наш алфавит итальянский, да? Да. Итак, у нас сегодня буковка Э. Э. Леттера Э. Леттера Э. 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 Браво. Что это у нас? Листочек. Ну, это плющ. По-итальянски будет Эдера. Эдера. Браво. Это кто у нас, Николька? Слоник. Слоник. Как по-итальянски? Элефанте. Элефанте, браво. Это что у нас? Это? Пропеллера самолетика, да? И по-итальянски будет элька. Элька. Элька, браво. Итак, ребята, первое наше задание – обвести буковку «э» в слове и назвать вот всех вот зверьков, животных. Это вот кто у нас, Николь? Лисичка. Лисичка. И по-итальянски? Волпе. Волпе. Покажи слово «волпе», где буковка «э»? В конце. Молодец. Это кто у нас? Кане. Кане. Собачка. И покажи, где буковка «е»? Опять в конце слова. Молодец. Это кто у нас? Сирена. Сирена. По-русски русалочка, да? Русалочка. И где буковка Е? Вот она в середине. И это кто у нас? Лев. Лев. А по-итальянски? Леоне. Леоне. И тут две буковки Е. Где? Вот раз и два. Молодец. Итак, второе задание у нас, ребята. Это надо назвать все рисуночки и стрелочками подвести те, которые начинаются на буковку Э, да? Это кто у нас? Слоник. Слоник. И по-итальянски? По-итальянски элефанты. Элефанты. Вот, у нас уже есть первое, которое вот надо вот начинается на буковку Э. Это что? Это листочек. Листочек. И по-итальянски фолия. Фолия. Молодец. Оно не начинается, значит, стрелочку вот ставить не надо. Это у нас кто? Гатто. Гатто. Кошка. Кошка. Да. Это что у нас вот? Это? Рыцарский шлем, да? Каско дель кавальери. Оно тоже на Е не начинается. Это вот мы проходили, что это у нас? Листочек. Нет, это плющ. Эдера. Это? Эдера. Кунильо. Конильо, зайчик. Вот нам тут уже показали стрелочкой, как надо вот подводить на те, которые начинаются на Э. Это? Дельфино. Дельфино, правильно. Дельфин по-русски. Это? Нет? Травка. Травка. По-итальянски? Эрба. Эрба. Так, и у нас получилось сколько? Три слова, которые надо подвести стрелочкой, да? Угу. Элефанте. Элефанте. Эдера. Эдера. Эрба. Эрба. Молодец. Итак, следующее задание у нас тоже связано с буковкой Э. Надо его ставить в слово, да, где ее не хватает. Да. Что у нас вот это? Мед. Мед. По-итальянски как будет? По-итальянски. Миеле. Миеле. И надо ставить где буковку Е? Вот тут. Миеле. Да? Да. Молодец. Это что у нас? Снежинки. Снежинки. Да. Снег. По-итальянски снег будет неве. Надо опять ставить два раза букву Е. Неве. Неве. Это у нас что, Николь? Кораблик. Кораблик или парусник. Опять надо ставить две буковки Е. Велиеро. Велиеро, Николь. Повтори. Велиеро. И это у нас кто? Зебра. Зебра. И тут надо ставить всего одну буковку Э. Зебра. 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 Молодец. Литера А. Литера Э. Буковка Э. Что вот это у нас? Пропеллер.
Эрика. Эрика. Элефанте. Элефанте. Слон. Слон. И это что? Это. Эдера. Эдера. Плющ, да? Плющ. Молодец. Учите вместе с нами итальянский. Подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Пока-пока. Пока-пока.